Привет, дорогой друг. Хочу поделиться с тобой фактами. Просто фактами и все. Без фантазий. Если я где-то ошибся, пиши в комментариях. Может быть, я уже параноик. Начну с того, что ходят слухи, что власть у нас коррумпированная. Что она ворует деньги народа из бюджета, что власть не прислушивается к людям абсолютно, что люди вынуждены рисовать, и ходят такие слухи, которые очерняют нашу забочущуюся о людях продуманную, оптимальную и смотрящую вперед, создающую благо, приумножающую радость. То есть вот ходят слухи, что у нас власть не думает о людях. А теперь вопрос, слухи это или не слухи? Вот как ты лично считаешь, это вранье или это просто уже факт, который налицо? Отвечать только тебе. Тут нет правильного ответа. Только твое сердце знает правильный ответ. Оно не обманет. Пойдем дальше. На данный момент технологический прорыв позволяет распространять информацию таким образом, что человеку можно либо вогнать в тотальный страх животное. Он будет бояться другого человека, будет реагировать на любой чих, кашель, как на потенциальную угрозу. Либо теми же самыми средствами информации, средств массовой информации, можно человека воодушевить, дать ему много внутренних сил на созидание, на творчество, на единение как цельного общества, народа. То есть есть инструмент, который, по слухам, используется не во благо. Внимание, вопрос. Слух это или факт, случившийся, голый такой, обнаженный, неприкрытый факт? Отвечать только тебе. Только твое сердце даст правильный ответ. Следующий момент. Инструмент есть. Он используется. Ходят слухи, что он используется недобрыми силами, ну, недобрыми по отношению к тем, кому он используется. Для них, естественно, это все благо. А если эти силы существуют, ну, ходит такой слух, и по этому слуху у этих сил есть определенный план. То есть они лет 200, 300, 400, а может быть и 1000 лет назад спланировали, как они захватят власть. Не просто как бандиты, силой на территории определенной будут удерживать ресурсы, а план состоит в том, чтобы каждый человек позволил внедрить в себя инфекцию информационную, которая будет самого человека держать в собственной персональной изолированной темнице, тюрьме, заключении,
А их функция сведется банально к тому, чтобы направлять в определенные стороны.